Уважаемые стрелки, у нас маленькое, совсем маленькое крошечное отступление от программы. Я хочу, прошу выйти вот сюда, уважаемых стрелков Клименко, Теличко, Скорова, Боровского, Ниса, Павличука и Петухова. Боровский, Боровский, иди вот сюда, сюда пожалуйста. Вот. О, в рядочек. Расстрел? Расстрел? Да. Расстрел? Где остальные? Расстрел. А что вы туда встали мордой? Боровский. Да сюда, 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 правильно встали. Мне надо будет всех видеть. Заряжай! Петухов, где? Эльс! Вижу два раза Эльса. Сори. Итак, сегодня эти достойнейшие стрелки вступают в ряды клуба «Практика», достойнейшего клуба «Практика» в качестве действительных членов. Досрочно. Чем мы всех поздравляем? И побывают славяне. А пропишут. Руку пожать не могу. Но всем жмут. Кого-то кто-то не дошел. Достойно, достойно несите звание слева. Победу, успех. Все, переходим к награждению. Все, уважаемые стрелки, внимание! Перед началом основного награждения небольшое отступление, несколько специальных дипломов. Значит, сначала хотим отметить дипломом магазин оружия «Снайпер» за помощь в организации матча и за предоставленные призы. Еще несколько специальных дипломов. Раз радует, что к нашему движению приобщаются уже не отдельные люди, но и целые семьи. Поэтому за участь в матче родыне Ильиных. Гибит, ура! Илюхин. А Илюхины есть? Пальцы. Тоже нету, уехали. Есть. Вот, они. Илюхины, вы? Ильины. А есть Ильины? А есть Ильины? Нет. Нет Ильины. Тепло бы вам сейчас перечислить машину. Юля, перепишешь? Да. Ну, на английском было, извини, как раз забыл. Еще! Родина Калюгина! Калюгина в уходе! А ребенка мы зовем, потому что мы нарождаем еще отдельно единственного юниора Калюгина Романа. Так, переходим к дуэли. Дуэли? Дуэльная стрельба. Да, туда вот. Дуэльная стрельба, третье место. Разумный Андрей. Ура! Отходим.
Ромашка, внимание. Вот, да. Улыбаемся. Как раз швейцарский ножик ковырял. Встали грудь вперед. Не надо. Вот так ножик красить. Вот теперь встаньте в проем. Виталий, развернись, пожалуйста. Так встаньте на место. Кормите его лучше в Днепре. Удал, да. Давид спайк отбирал. Ну что мы здесь тогда поставим? Сейчас поставим. Стандартный класс дуэт. Третье место. Пушкаров Алексей. Молодец, да. Попрошу, попрошу. Лёха сзади похож на польский флаг. А у него спеше когда гонял. Первое место. Шевченко Олександр. Забота такая, що лучше стоп-тисовися. Арзавітальников. Или это Арзавітальников? Надо садись. Я завидую. Не лисый, не кучерявый. Это класс лысых, отдельный класс. Да, кстати, сидя, улыбка аэродинамика, она вообще стоит. А ты попадешь. Нормально. Я бы попросил. Третє місце, Станник Роман. Саня, поставь миру. Друге місце, Зінченко Олександр. И ноги продемонстрируй обязательно. Спасибо. И просим пана Ляха выйти на первое место. Ляха, где? Походка меняется. Посмотрите в камеру. Харейх уже клазы, они уже так модели. Давайте на нормальную камеру принесите. Ноги, ноги, да? Подожди, Саня, видео с обезьянкой мы не заказываем. Да, хороший телефончик. Однозначно. Теперь пошла наконец-то интрига. Значит, командный зал, класс стандарт. Я прошу прощения, а командный зашел? Не, имена написаны. Ну, пошли, что так и будет. Стандарт дивизион. Третье место. С минимальным отрывом от четвертого. Гости из солнечной Одессы. Южане. Пойдем. Одесские бандеры. Да. Ну конечно, с Киевом. Береты Киева. А им Тёма просто береты сбагрил, поэтому по сходной цене. Пацаны, вы не попадаете. Он нам не сказал. Друге місце. Команда з самим патріотичним названням в матчі. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Замережного стану. Шипчук Олександр. Гайзак Юрій. Ковальчук Юрій.
Ну, Александр по Юре, смотри. Да, была, когда была. Тенденция к разлучению только. Так и Юрик стесняется. Прямо, о, правильно. Команда обтекает. О, тоже недалеко. Слушайте, одобряйте уже Юрика в машине, в конце концов. Что такое? Чтобы точку поставить. Да. Перше місце. Команда скромное название Днепропетровск. За урну, Юр, за урну, Юр. Каринов не прейте! Прошу лицами развернуться ко мне! Молодцы! Тихо, тихо, подожди. На следующем поезде поедешь. Значит так. Урожай, да, Ирка. Молодцы. Третье место. Команда в зачете. Угла стандарт-мануал. Выигрывает команда, которая одновременно доказывает, что старые кони борозды не портят. Практика old school. Логичная команда. Практика Young Guns. Сиченко Виталий, Сиченко Александр, Кнышев Сим, Петухов Богдан. Что-то упало. І перше місце посідають типові дніпропетровські бандери. Бандера сьогоднішня Дніпропетровська. Он типовий бандер. Шановний Олександр. Больше. Самая интрига, индивидуальный зачет. Нарождаем 5 первых мест. Интересный класс, на 5 место в интересном классе. Не испытаем. Что, выходит? На 5 место не забери диплом. Иди давай! Что? Иди! Только на пьедестал не залазь. И стой там! После третьего! Пятое место! Далеко не ходить! Я все!
Третье место! Прошу задержаться, Сарбарка Георгия! Друге місце! Масі Оупен! Розумний Андрій! Місце не місце! Ви просто не терпіли від восторгу. Перше місце, Вася Віталій. Ну, це зрозуміло. Игорёк, потяни, потуже. Медальку потяни. Дадите медальку потуже. Минутка внимания, да. Сталик, коробочки у них забиритов. А, это инструмент. Так, Жора, забираешь коробочку, а ты забираешь у него. А на второе место уже тоже. Дальше никакой интриги, но все равно почитаю. Меня это первое место. Меня это сейчас все за коммерцией продолжат, понимаешь? Да как будто это же было. По стандарту. П'яте місце. Шимченко Олександр. Четверте місце. Пацанка Павло. Третє місце. Невеличка інтрига. Пушкарьов Олексій! Кричавий давай! Леха, у тебя классный загар сзади? Леха, ты как временной бульдог, у тебя уже три медали. Племенной. Племенной бульдог, да. Другое место. Заморец Олександр. Давай сними шапку. Сними вообще, зяму. Что тебе его шапка? Да ладно, не хромай. Зяма, не одевай шапку, не надо. Опять кривый. Там жмут. Смотри. Перше місце. Кучеряв. Заурнио. Я сейчас не шучу, готовьте карвалол. Мне пофиг, как стреляет туда карвалол, но готовьте карвалол. Пятое место, Зинченко Олександр. Благодарю вас за показывание. Дальше я все саркастические реплики убираю не потому, что их нет, потому что я боюсь за себя. Четвертое место. Стрельцов Сергей. Может, потом вообще будут вечеринки. Охуеть. Не на камеру. Третье место. Prrrr.
Ярослав. Возвращение блудного попугая. Ладно, ладно, я все слышу. Попугай. Попугай. Виталик, пойди попугай. Серега, это тебе с маской. Ты считаешь, ноги не хватает ее, да? Тебе тоже. Разбор полетов был. Смейте, смейте, смейте. Я в Ганске. Друге місце в класі стандарт мануал і віце-чемпіоном України становиться Печенко Віталій. Бреєм на лиса везде. Відправляємо стандарт. Ні, вибиваємо. Так, і перше місце в класі стандарт мануал чемпіоном України становиться звичайний дніпропетровський бандеровець Лях Віктор. Ігорюха, потужу підняйся, сидіть на блямбочці. Вот она память, пожалуйста. Обязательно. Так, Ярослав, ты Уважаемые участники, минуточку внимания. Витя, смотри на нас. Благодарю вас всех за участие в матче. Благодарю организаторов, которые организовали такое замечательное мероприятие. Действительно, стрелковый праздник. Рад за то, что приехало такое количество регионов, такое количество стрелков. И надеюсь, что это будет добрая традиция каждый год. Данные организаторы будут проводить каждому все лучше и больше красивых матчей по ружью. И это будет хорошей традицией. И ружье будет развиваться в регионах и дальше. Большое спасибо за участие. Минуточку внимания! Общее фото на фоне флага. Подходим. А потом разберем, Ярик. Ну, ведь держи. Фотограф? Нет. Фотограф? Нет. Знаете, фотограф? Кто же не мальчик?